Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И я хочу сегодня с вами посмотреть посылочку, какую я получила из Чехословакии, с сайта Czechbits Exclusive. Посылочка шла довольно быстро, и я обычно с вами смотрела посылочки из России с мелодией бисера, но ни разу не показала вам то, так, как приходят мне посылочки из Чехословакии. Вот они вот в таком конверте, у меня обычно 13, 14, 15 наименований товаров. Я, конечно, уже конверт вскрыла, но хочу вот показать вам, что конверт вот такой вот, с такой не просто бумага, но вот здесь вот с воздушными пузырьками такой целлофанчик. И дальше, конечно, я не вскрывала, хотела, чтобы вы увидели, как я получаю вот товары. Они вот запакованы еще в одну такую пленку с воздушными ячейками. И сейчас мы с вами будем вместе смотреть, что я получила. На самом деле, это я еще не вскрывала. Вот так упаковано у них. Это у них обычно подарочки идут какие-то, небольшие такие. Мне уже насобиралось очень много. Вот смотрите, какие красивые у них есть бусины. Конечно, в наших магазинах такие бусины я не встречала. И мне хотелось вот набрать для моих работ совершенно разные бусинки, чтобы делать новые работы. Вот такие диски есть со смещенным центром. Видите, дырочки у них с одного края идут. Есть вот такие диски с двумя дырочками. Цвет такой, делать очень красивые и интересные можно изделия. Суперду вот мне захотелось взять вот в таком оттенке, красивый цвет. И опять мои любимые Риволи на 8 миллиметров, просто другого цвета. Уже я выбрала красивый цвет такой. Будем что-то делать красивое с вами. Вот такой цвет, красивый 8 миллиметров у этих Риволи размер. 8 миллиметров. Это бусины соло. Они имеют форму супердуо, только имеют одну дырочку. Мы с вами уже делали работу с такими бусинками. Мне захотелось взять еще таких бусинок вот в таком цвете. В пакетике их 20 грамм. И это достаточно много. Достаточно много. Точно так, как и супердуо. 20 грамм. И мне понравился этот цвет. Вот, смотрите, он такой с позолотой немножечко. Ну, цвет очень красивый. Мне нравится. И в работах, я думаю, я буду его использовать с удовольствием. Так, еще у нас здесь бусины вот такие на 8 миллиметров. Их должно быть 20 штук. Да, вот 20 штук. Вот такой цвет красивый. Мне нравится этот цвет. Хочу сказать, что, конечно, не всем нравится, когда вот позолота есть на моих материалах. Но хочу также отметить, что, конечно, любая вещь, какую вы покупаете, она имеет какие-то свои правила носки, правила использования. Я считаю, что бижутерию, какую делаете вот с такими материалами, с позолотой сверху, нужно носить при определенных условиях. То есть не мыть, не какими-то, не протирать какими-то химическими средствами. И тогда она будет иметь долговечным свою поверхность. Так что, конечно, это мое мнение. Я считаю, что на любую вещь есть какие-то правила использования, правила носки.
Вот такие канди-бусины я взяла. Мне этот цвет тоже очень понравился. Я решила взять эти бусины несколько цветов. Вот сейчас мы посмотрим, еще должно быть у меня здесь другого цвета. Угу. Вот канди-бусины немножечко другого цвета. Вот такие красивые бусинки. Вот такие красивые бусинки. Очень красивый цвет. Не знаю, насколько вам передает экран, но мне этот цвет понравился. Я решила вот приобрести вот такие бусины. Очень красивый цвет. Я думаю, изделие должно получиться очень красивым. Ну, мы с вами посмотрим в дальнейшем. Вот такие бусинки я уже приобретала один раз. Мне понравилось, как они выглядят в изделиях. Их 100 штук здесь в упаковке. И это граненые бусинки. Они имеют 3 мм размер. Ну, вот немножечко цвет их немножко переливается от медного к золотому. И они вот такие вот симпатичные. Ну, вот я попробую вытащить из пакетика, чтобы вы увидели. Вот смотрите, как они красиво блестят, и цвет их все-таки переливается из одного в другой. Очень красивые бусинки. Есть и 4 миллиметра такие бусины у них. Ну вот я взяла пока 3 миллиметра. Взяла вот такие капельки. Я брала раньше размер поменьше, ну вот сейчас взяла вот такие, тоже цвет такой интересный, он переливается от голубого к бронзовому, и мне понравилось это его качество. Красивые бусинки. Также вот мне понравился цвет вот этих кабошонов, их два в одной упаковочке, вот такой зеленоватый цвет с позолотой сверху. Будем тоже придумывать что-то интересное, какой-то кулон или брошь. Ну, это мы уже посмотрим в дальнейшем. Вот капельки более мелкого размера, их 40 штук, а здесь у нас... А где? А, вот. И здесь у нас 40 штук. Но эти более крупные. Эти помельче. Вот такие капельки красивые тоже. И еще мы с вами не посмотрели. Вот пинч-бусины. Взяла такого оттенка стального, металлического. Размером 5 миллиметров. Есть на сайте бусины такого формата, но более крупные, 7 миллиметров. Вы, конечно, можете брать размеры соответственно тому изделию, какое вы будете делать. Ну, вот на самом деле я хотела показать вам, что материалы, какие я покупаю на Чехбитс Эксклюзив, я покупаю в не очень больших количествах, не так, как, предположим, вот на Мелодии Бисера магазин. Но достаточно интересны эти материалы, и не всегда то, что есть в Чехбитс Эксклюзив, можно найти в местных магазинах. Не знаю, насколько у вас просто с такими материалами, но вот мне эти материалы очень нравятся, и нравится с ними работать. Если вам будет полезно информация, какую я вам вот сегодня дала, можете использовать ссылочки, какие я дам под нашим видео, и использовать для своих приобретений. Всего вам доброго! Наш канал создан для того, чтобы делиться знаниями по бисероплетению со всеми желающими. Для создания новых мастер-классов затрачивается много времени и труда. Просим всех желающих поддержать нас путем пожертвований через Patreon или PayPal поучаствовать в дальнейшем развитии нашего канала. Благодарю за поддержку всех наших подписчиков и гостей канала.